Как вы поняли, тема сегодняшнего видео будет урок музыки. И знаете, общего стоит музыка, у этого предмета есть только название. Не знаю, как у вас, но у меня в школе урок музыки проводится так. Итак, дети, сядьте и доставайте тетради. Сегодня мы будем исписывать ваши тетради. Не, вы не подумайте. Учитель у нас нормальный, но вот класс... В нашем классе все не любят эту учительницу, потому что она диктует слишком тихо и быстро. Если кто-то из моего класса сейчас это смотрит, то помните, учитель не хочет сломать свой голос. Ведь урок проходит в актовом зале, а кричать на каждого, чтобы он успокоился, трудно. Тем более помните, что учитель проводит в среднем около 9 часов в школе и рядом устает. И да, мы пишем весь урок. Были мы в только начальном классе, но потом что-то пошло не так. И с третьего класса мы исключительно пишем на уроках. Тогда что мы пишем на уроках? Правильно! Ненужную информацию. Ведь то, как родился и жил никому неизвестный музыкант, никому не нужно. Ты знаешь, кто я? Нет? Вот и славненько. Многие из вас не знают, точнее все, то у меня есть... Редкая особенность организма, при которой большой палец может двигаться так. И из всех людей, которых я знаю, такая особенность есть максимум у 3 человек. И эта особенность сильно себя проявляет, когда я много пишу. И вот когда мы наконец-таки все напишем, нам надо нарисовать какое-то количество музыкальных инструментов. И знаете, это самая трудная задача. Для всех, кроме меня, конечно. Кстати, вот вам история с урока музыки. Жизненной истории. Дело было так. Наш класс зашел в зал. Учительницы не было, так что все делали, что хотят. Я достал телефон и начал читать ваши комментарии. И да, я их читаю и даже отвечаю. Вот, когда я посмотрел на сцену, там стояли почти все наши одноклассники. Что, ты пропустил? Нет, все только начинается. Я понял, что они только что заметили нашу учительницу. Вон из зала! Наших одноклассников выгнали с урока. А мы с одним другом начали учиться. Нас было двое. Твой лоха. Вот такой вышел мульт. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать итого мои редкие видео. Ну а с вами был Animations. Всем удачи и пока.